Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию видеообзор новых книг по психологии и саморазвитию, поступивших в нашу библиотеку номер 18 Северного округа. В настоящее время для каждого важны знания в сфере психологии, а один из главнейших навыков современного человека – это умение применять эти знания на практике. Подобранные книги помогут вам ответить на вопросы о том, как понять себя, психологию человека, как самому оказывать влияние на свою жизнь и окружающих, как управлять эмоциями, желаниями, чувствами, как защититься от стресса и эмоционального выгорания. К себе нежно. Это новый, очень честный взгляд на любовь к себе. Это книга-медитация, которая призывает к внутреннему разговору и помогает услышать собственный голос среди множества других. Автор книги – Ольга Примаченко, журналист, автор блога, говорит с читателями о важном, о принятии своих чувств, желаний и тела, о расставлении приоритетов и границ, о создании питательного пространства вокруг себя, а также об экологичном взаимодействии с миром и людьми. Все мы так или иначе должны подстраиваться под других людей. В семье, в рабочем коллективе, на светских мероприятиях, даже в дружеском кругу, где нас, казалось бы, любят и принимают. И только оставшись наедине с собой и, наконец, расслабившись полностью, человек понимает: «Я сам – то единственное общество, в котором не требуются танцы с бубнами. Мне незачем сомневаться в собственных желаниях или доказывать себе ту или иную точку зрения. Я не стесняюсь собственного разобранного состояния, красного зареванного лица. Только я способен принимать себя целиком. Я тот, с кем гарантированно проведу всю свою жизнь. С друзьями, супругами или бизнес-партнерами могут разойтись дороги. Родителей рано или поздно не станет. Дети вылетят из семейного гнезда. В итоге у себя останусь только я. Вот почему человеку любого пола и возраста необходимо выстроить самые главные отношения с самим собой, основываясь на искренней любви. Любовь и нежность к себе – это не конечная точка на карте и не результат однажды принятого волевого решения. Это путь, на котором человек берет себя за руку и ведет туда, где хорошо, и уходит оттуда, где плохо и скучно. Любить себя значит завершать отношения, которые ничего не дают, уходить с работы, которая не радует, быть там, где ярче и интересней, а не там, где надо, искать легкости, а не бесконечных преодолений, верить в свою нормальность, кто бы что ни говорил. Это не про формирование лучшей версии себя, это про отказ от ролей надсмотрщика, критики и судьи. В конце книги читателя ждет 31-дневная практика нежности к себе. Поколение сэндвич – это те, кому сейчас 45-60 лет, находятся между двух поколений – младшим и старшим. Одному еще надо помогать, другое уже нуждается в помощи. Соединить семью в единое целое и при этом жить собственной полноценной жизнью – задача непростая. Как решать проблемы в общении, уважать автономию выросших детей и постаревших родителей и слышать друг друга? Ответы, которые вы найдете в книге Светланы Комиссарук, основаны на теориях и практиках современной психологии и богатом опыте психолога. Для кого эта книга? Для нас, поколение сэндвич. Нам важно понимать и принимать своих близких и уметь наслаждаться возрастом счастья. Для наших родителей – они любят вникать и познавать новое. Для наших детей, которые лучше нас поймут, прочитав о нашей культуре и о нашем взгляде на мир. Для тех, кто только растит детей, не повторяет наших ошибок и чувствует себя более подкованными. Для психологов, коучей и групповых терапевтов. Им будут интересны теории и практики, предложенные в книге. Стив Харви «Поступай как женщина, думай как мужчина». В отношениях с мужчинами женщины повторяют одни и те же ошибки, периодически советуясь с подругами, у которых аналогичные проблемы. Но только мужчина может расшифровать поведение других мужчин и подсказать, как правильно действовать в различных ситуациях. Миллионы женщин по всему миру доверились в этом вопросе Стиву Харви, знаменитому радиоведущему суперпопулярного в США утреннего шоу Стива Харви.
своей книге, ставшей бестселлером не только в Америке, но и в России, он помогает читательницам понять ход мыслей представителей сильного пола и отвечает на множество наболевших вопросов. Например, таких: что вы должны, а что не можете требовать от своего мужчины? Как распознать маменькиного сыночка и что делать в этом случае? Когда знакомить кавалера со своими детьми? Какие 5 вопросов нужно задать мужчине, чтобы определить серьезность его намерений? Забавная, а местами суровая, но всегда правдивая, эта книга рассказывает о том, что на самом деле думают мужчины об отношениях с женщинами. От осинки не родятся апельсинки. Согласны ли вы с этим утверждением? У автора этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения на этот счет. На первый взгляд, это просто коллекция рассказов. Они все самостоятельные и автономные, в том смысле, что можно читать с любого места. Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из них – ступенька. И все эти ступеньки ведут из детства во взрослую жизнь. Это целая лестница жизни одной маленькой девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах у читателей. Пробежите ли вы по этой лестнице в припрыжку, или пройдете вдумчиво вместе с автором, взрослея с каждым шагом, останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное. Это, конечно, решать вам. Но одно можно сказать точно. Эта история жизни точно не оставит вас равнодушным и обязательно отзовется в сердце. «Выйди из зоны комфорта или измени свою жизнь». Книга номер 1 по саморазвитию в формате покетбука. Она переведена на 40 языков, куплена более 1 200 000 экземпляров. Эта книга сделала Брайана Трейси тем, кто он сейчас есть, звездой и гуру для всех, кто стремится к эффективности. В книге представлен результат более чем 30-летнего изучения вопросов распределения времени. Она рассказывает о том, как добиваться решения сложных задач, выходя из зоны комфорта. Ранее книга выходила в издательстве «Попури» под названием «Оставьте брезгливость, съешьте лягушку». Фишки книги. Удобный и качественный формат. Книгу можно брать с собой куда угодно. Покетбуки занимают мало места, но приносят много пользы. Для кого же эта книга? Для всех, кто ищет способы повысить собственную эффективность. А мы благодарим за внимание и ждем вас в нашей библиотеке номер 18 Северного округа. Берегите и любите себя и своих близких.